В этот день, 1865 года, в Санкт-Петербурге умер Николай Второв, краевед, историк, этнограф. Родился он в Самаре, закончил Казанскую гимназию и наш же университет. Именно благодаря ему в Казани открылась первая публичная библиотека общественного пользования, книжный фонд которой составило личное собрание книг отца Николая Второго, Ивана Алексеевича. 10 января 1865 года городская публичная библиотека начала работу. Правда, размещалась она не в привычном нам здании напротив университета, а в здании городской управы на Александровской площади. Сейчас это мэрия Казани на улице Кремлевская. Лишь в 1919 году центральная библиотека переехала в бывший особняк промышленников Ушковых, также находящийся на современной Кремлевской. Именно публичная библиотека Второго стала основой Национальной библиотеки Татарстана. 1 декабря 1868 года в нашем городе начал издаваться «Казанский биржевой листок» под редакцией Чугунова. Он отражал интересы промышленных и торговых кругов Казани.